Всем привет! Это обзор на самое вообще вкусное пиво, которое можно купить. Оно не редкое, его можно купить в любом магазине разливного пива. Вот я, например, покупаю в Эль Хмель. Вот. Давайте посмотрим, что за пиво. Начнем вот с этого вида. Вот это вот марка пива, такие вот бутылки. Это вот с томатом. Так, дальше. Это с хреном. Тоже очень вкусно. Прикольный вообще вкус. Это опять с томатом, только какой-то такой другой вид. Я такой не пробовал. Сейчас первый раз буду пробовать. И вот такой еще со вкус с медом. Тоже прикольный вообще. С медом. Вот. Вот я взял бобов. Бобы вообще очень дешево стоят. То есть вот стоит такая штука 90 рублей. Это дешево. А учитывая, что они вообще офигенные под пиво, это вообще выгодно их покупать тоже. И вот такое еще пиво. Так, это со вкусом портер, со вкусом мороженого. А это портер со вкусом шоколадного мороженого. Вот. Такое вот тоже очень классное пиво. Обязательно попробуйте. А вот на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.